Дождь, ветер и пасмурная погода ждет жителей области в ближайшие выходные. Такой прогноз дают донские синоптики. Температура воздуха в субботу и воскресенье не поднимется выше 25 градусов. Похолодание в регион принес циклон с Черноморского побережья. Уже в понедельник он покинет территорию Ростовской области, забрав с собой сильный ветер, осадки. Однако по-летнему теплые дни вернутся на Дон только к концу следующей недели.